Игнат, закончился матч с Днепром. Что хочется сказать по тому, как проходила эта встреча? Почему счет на табло вновь не в нашу пользу? Считаю, что мы заслужили своими действиями победу в этом матче. Считаю, что мы потеряли 2 очка, они приобрели 1. Вот. Забили 4 мяча, но почему-то на табло 2. Я, конечно, без понятия вообще, что творится, но таков футбол, таков спорт. Вот. Ну, комментировать дальше не буду, почему там что. Сегодня ты отметился забитым мячом. Расскажи, как это было? Ну, Миша Калятко навесил, я забил, все просто. Вот. Что еще комментировать? В целом, ты не боишься идти вперед? Откуда такая прыть? Почему хочется все время быть впереди? Сегодня ты пробовал пробить, по-моему, вообще не один раз. Ну, как-то, я не знаю, может, второе дыхание это или что. Честно, без понятия, как-то, ну, не знаю, наитие, может, какое-то или что. Ранее ты уходил вперед, когда знал, что сзади есть еще 2 центральных защитника. Не боялся ли сегодня оставлять Виктора Утюжникова в одиночестве? Ну, когда обычно я поднимался, меня всегда страховал либо Андрей Левковец, либо Миша Калятко. У нас как бы это налажено, поэтому как бы все в порядке, все хорошо. Что крамкачам нужно, чтобы добиться победы уже в следующем матче со Слонимом? Выходить и делать свое дело, все, что требует от нас тренерский штаб, и мы выиграем в следующем матче, если будем делать то, что должны, и соблюдать тренерскую установку. Саша, прокомментируй, пожалуйста, сегодняшнюю встречу. Чего сегодня не хватило команде, чтобы выиграть? Ну, матч тяжелый, хороший. Я считаю, что мы по игре должны были выигрывать. Не хватило. Не знаю, мы играли, я считаю, что мы играли в меньшинстве сегодня. Ну, как бы так. Поэтому слов нету. Хорошая игра, самоотдача. Ребята все молодцы. Дальше больше. Мы свои очки еще возьмем. Почему считаешь, что в меньшинстве у нас кто-то выпадал? Или же нет, за команду соперника? У нас никто не выпадал. У нас все было отлично, шикарно. Все ребята справлялись со своими обязанностями. Ты во втором матче подряд забиваешь гол за Крумкачи. Мог ли представить, что у тебя будет такое шикарное начало за наш клуб? Да, я ничего не представлял, если честно. Я играю, выполняю тренерские установки и делаю то, что мне говорят. Все. Получается забивать. Ребята создают моменты, я забиваю. Готов ли ты сейчас играть полный матч? В целом, какого твоего состояния? Ну, еще тяжеловато, если честно. Но я готов играть весь матч, я играю, даже если сил нет, поэтому без проблем для меня играть.